Всем привет! Это довольно нетипичное для меня видео, потому что я собираюсь снимать реакцию на новый клип 91 из Катаспобия. И каждый раз, когда я хотела снять предыдущие реакции, я никогда не могла дотерпеть до того момента, чтобы снять это на видео. Поэтому сегодня я попробую. Уже 4000 просмотров. Клип вышел 34 минуты назад на YouTube. А, вот эту картинку я видела с пирсом. Песню я уже прослушала, кстати, раз 10. Ой, какой хороший эйс. Вообще, таких клипов еще у 91 не было. Это прямо очень романтично. И особенно после Суаста, я, честно говоря, думала, все клипы будут такими дерзкими. Татуировка, весь в цепях. Я, кстати, вначале перепутала с Изи. Бала. Кстати, аранжировка просто суперская. То, как звучат и голоса, мне очень нравится. И здесь такие тени, чем-то напоминает Color Racing. И коллаборация, и Суаста тоже. Это, я так понимаю, звук старой пластинки из Катаспобии. Ух ты, какая сережка. Я не эйс-фан, но я представляю, что чувствуют девочки. Эйс-фэны. Ух ты, Бала вообще преобразили. Он тут совсем стал похож на корейца. Интересно, это тоже в жесть-центре снимали или нет? Потому что похоже на декорации Суаста. О, это мне нравится. Проявление агрессии. Страдают опять. Я поняла, они были влюблены в одну девушку. Как в клипе «Кайтада». И теперь Эйс с ней, и он на светлой стороне, а вот он на светлой стороне наслаждается, а Бала и Алем на темной стороне. Ух ты! Ну, у Изи вообще новый имидж. Пьет, что ли? Он тут читает, как скриптонит. Сори, я просто когда вижу Изи, я не могу вообще комментировать. Такую штуку смотрите, смотрите. О, у Зака стена, как у меня вот сзади. Блин. Классно. Мне понравилось. Я хочу еще раз пересмотреть. Я буду пересматривать еще раз 10, наверное. А, вот он мне аудио подставляет. Ладно, пока идет аудио, поделюсь своими впечатлениями от клипа. Я сказала, что я не видела этот клип, но я видела кадры. И то, знаете, так Инстаграм сегодня листаю, и я вижу, что там и начинается видео, снятое с телевизора, с клипа нового. И я так быстро-быстро пролистываю, чтобы его не видеть, потому что ждала этого момента, чтобы записать свою реакцию. В принципе, то, что Зак и ребята объясняли о концепции альбома «Каранг Жарат»,
оно получило свое отражение как раз-таки в двух новых клипах. Хотя, наверное, все думали, что вторым клипом будет «Ля», так как в первой части «Харанг Жарак» две песни «Суаста» и «Ля». Вот. И если сравнивать «Суаста» и «Искатас Папия», конечно же, они разные. И тут как раз-таки, как ребята и рассказывали, это две стороны. То есть одна всегда будет темной, другая светлой. Мне хотелось их увидеть в таком амплуа. Вот. И мне очень понравилась песня. Она действительно прекрасно аранжирована. Всегда, конечно, в 91 были замечательные песни с классной аранжировкой, но вот последние две это просто вот улет. Три, точнее, потому что «Ля» тоже вышла, наконец, в студийном качестве. Вот. И я просто уношусь по качеству звука, по тому, по музыке, по словам, потому что все слова, они со смыслом, там нет таких слов, что просто ла-ла-ла-ла-ла, там, я пошел туда, ты пошла сюда, и я пошел за тобой, и ты меня бросила, и все такое, нет. И мне очень нравится, что музыку пишут сами Зак и Эйзи, и они вкладывают очень большой смысл в каждую строчку своих произведений. Вот. В этой песне она, конечно, могла бы казаться очень романтичной, если бы не вот эти вот звуки старой пластинки. Они немножко напрягают в начале, но на 10-й раз прослушав, я уже привыкла к ним. Вот. И сам клип нужно еще раз пересмотреть, потому что он тоже таки из двух частей состоит. Одна часть это такая на поверхности, романтично, прекрасная, причем всегда в клипах парни были, как бы сказать, на равных позициях. То есть единственный клип до этого, в котором была девушка, это «Кайтадан». И там, грубо говоря, девушка не досталась никому. Страдали все. А тут мы видим, что почему-то выбрали Эйса. Интересно, почему? Вот на этот вопрос им предстоит ответить очень-очень много раз, я думаю. Может быть, это связано как раз-таки с теми всеми скандалами, которые фигурировали вокруг парней, что то одного с девушкой сфотографировали, то другого, вот. И Эйс, по-моему, не был запятнан, не был замечен ни в каких отношениях, поэтому решили поэксплуатировать его и посмотреть на реакцию, вот. Ну, в общем, круто, мне понравилось, я буду пересматривать обязательно. Мне понравились образы, кстати, образы здесь, в этом клипе, они намного лучше, чем на концертах у ребят, потому что, ну, честно, на последнем концерте у Изи был хвост, причем такой какой-то странный куцый хвост, и я не знаю, как можно не любить такого красивого парня, чтобы так его испортить. Вот. Но я все принимаю, как бы мне нравится все, что происходит на 91. У меня сейчас видео следующее идет, это этот декодик. Я его так и до конца не досмотрела. Вот. Я, конечно, могу критиковать там для себя лично, да, что этот одет так-то, тот там выглядит так-то, но в целом я всегда поддерживаю все изменения в имидже и во всем, потому что, ну, ребятам все идет. Вот. Так что круто. Yeah.